краевая акция «Планета ресурсов» должна помочь всем желающим найти достойную работу, а работодателям подобрать подходящих кандидатов. Ознакомиться с вакансиями, пройти собеседование и оставить свое резюме сегодня смогли сотни сочинцев. Во всех районах города рабочие места представили более 60 работодателей в различных сферах деятельности – санаторно-курортной отрасли, здравоохранения, образования и торговли. Также в рамках акции определиться с будущей профессией смогли и школьники. Для них был организован круглый стол, где прошли презентации учебных заведений города. Впервые по инициативе Центра занятости состоялась и встреча представителей Государственной инспекции по труду с молодыми мамами. В рамках круглого стола наши мамочки получат консультации по трудовому законодательству, получат консультации по информированию, по профобучению, по профориентации. Мы все-таки хотим, чтобы наши мамочки ориентировались в трудовом законодательстве, понимали, какие они права имеют, какие у них обязанности, да, у работодателей. Для этого мы создаем круглые столы. Проблем с работой в Сочи нет. На сегодня из более 7 тысяч человек, обратившихся за помощью в Центр занятости, около 6 тысяч трудоустроены. Более 200 человек прошли переобучение, а число безработных с начала этого года снизилось до 503 человек, что на 60 меньше, чем в прошлом.